вот когда я только что брал интервью у Тамары Ислямовой, издателя газеты «Уральская неделя», ко мне подошли вот двое сотрудников полиции перед зданием ДВД Западной Казахстанской области и вызывает меня тут же по повестке на некий допрос. Я пока, да. Следователь Калмагамбетов. Нет, следственное управление. Я сделал материал, ждал журналистов «Уральской недели», чтобы взять у них интервью. И сейчас я вынужден пойти сам на допрос.